отчаялся. Да, отчаялся. В общем, короче говоря, отчаялся. Я думаю, выиграет у Ливерпуля в этом матче. Потому что... Челси более сбалансированная команда, у них больше, скажем, мотивации. Они в этом сезоне, я думаю, по-любому не выиграют Премьер-лигу, но они вторые. Это все видят и все помнят. Сильная команда. Сильнейшая. Ну, игроки мирового класса. Ну, вот я считаю, что у них очень много мотивации. Жозе Моуриньо, в частности. Все знаем, что его контракт заканчивается летом этого года 2007-го. Ему нужно зарекомендовать себя перед тем, как ему будут делать предложение, чтобы не стать свободным агентом. Нам всем это прекрасно понятно. Ну, вообще-то, мое предположение, что Манчестер возьмут все три кубка, кубок, ну, Премьер-лигу они выиграют, я так думаю. Они должны... Они должны, по идее, выиграть. Я забыл, про что я говорил. Будем говорить про Манчестер Юнайтед. Так вот, я думаю, они должны взять все три кубка. Один и еще два. В целом три кубка. Это Лига Чемпионов, Кубок Премьер-лиги и Кубок Англии. Я думаю, это по силам. И все три финала будут, если Челси выиграют у Ливерпуля, по моему прогнозу, и бьют Челси. И вы представляете, какое это будет позор, если Челси проиграет во всех трех матчах. Это покажет МЮ как, ну, сильнейшую команду континента. Ну, конечно, вот Барселона еще есть, но Барселона, неважно, в чемпионате на третьем месте идет. И посмотрите вообще, как Барселона впервые была из Лиги Чемпионов.